Стрельба в Германии. Несколько человек получили тяжелые ранения в результате инцидента на вокзале в пригороде Мюнхена. Подробнее Татьяна Лагунова. Инцидент произошел на станции Унтерфюринг в пригороде Мюнхена. Очевидцы рассказывают, мужчина, который на платформе ждал городскую электричку, ни с того ни с сего начал ругаться с другими пассажирами. Ссора переросла в драку, и люди вызвали полицию. Когда прибыл патруль и попросил предъявить документы, агрессивно настроенный мужчина попытался толкнуть одного из полицейских под прибывающий поезд. Правоохранители решили его скрутить. Возникла потасовка. Преступнику удалось выхватить табельное оружие у одного из полицейских и выстрелить. Женщина-полисмен получила серьезные ранения и сейчас находится в больнице Мюнхена. Пуля попала в голову. Полицейская в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи. В больнице и стрелок, чтобы остановить преступника, правоохранителям пришлось стрелять в ответ. Полицейские тоже выстрелили, попали и обезвредили нападавшего. Этот человек сейчас в больнице, но его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время мужчину допросят. Известно, что стрелку 37 лет, жил он в Мюнхене, но вот мотив его действий пока непонятен. Полиция, впрочем, уже сообщила, версию теракта не рассматривают. Дескать, политических причин либо религиозных мотивов у задержанного не было. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».